Всем доброго времени суток, дамы и господа, Снайперок на связи. Как многие из вас знают, недавно на одном из своих стримов я по случайности купил несколько банок здоровья на все свое серебро. И с того момента я начал свой путь к 100 миллионам серебра. И первый капитал я пошел зарабатывать в соло-данжах. И сольники сейчас реально переделали. Во-первых, их стало интереснее проходить. Во-вторых, мобы стали намного больше дамажить. Так что в этом видео я решил записать гайд для соло-данжей после обновления. Всем приятного просмотра. А вот наш победитель, который выиграл премиум ключ. А вот наш второй победитель, который выиграл пантерку. Хочешь принять участие в розыгрыше премиума? Тогда поставь под этим видео лайк, подпишись на канал и оставь любой комментарий, связанный с этим видео из 7 слов. При этом укажи свой ник. Желаю всем удачи. В этом видео я покажу вам билды для комфортной зачистки соло данжей. Кстати, на моем канале даже отдельный плейлист есть с билдами в соло данже. Так что выбирай билд на свой вкус. Расскажу вам, как не стать добычей дайвера, ну и конечно же покажу вам лут. Но имейте в виду, что лут это полный рандом, и все зависит от черного рынка. Кстати, я и до обновления проверял лут в сольниках. И также сравнивал лут с моими сагильдейцами. Это реально рандом. Но мое личное мнение, что соло данжи это самый лучший контент для новичка. Во-первых, это самый безопасный фарм в опасных локациях. Во-вторых, здесь новички могут качнуть свои первые мастерки, а потом уже докачать как положено, либо в открытом мире, либо в авапутях. Соло данжи бывают как обычные, так и по картам. Обычные сольники по тиру локации. Например, в 6 локации 6 сольники, а в 8 локации 8. Также сольники бывают по картам. Лично по картам сольники я и прохожу. Беру 8 карту, активирую ее. И 8 сольник лутаю в 5 локации, как по мне, очень даже профитно. Итак, дамы и господа, как я сказал ранее, билды для соло данжей вы можете посмотреть в моем плейлисте, который называется как раз таки билды для соло данжей. Но сейчас я вам покажу самый актуальный билд на данный момент, так как мобов усилили. То есть сейчас вместо древесного посоха берем друидский, так как здесь больше отхила. Так, давайте начнем с головы. Голова у нас колпак чародея, чтобы дополнительно заливать мобов. А на тело вы можете взять любую кожаную куртку, которую нужно прокачать, просто поставить пламенный щит и не париться. Также можете взять мантию клирика для более быстрой зачистки. Тут уже смотрите сами, как вам комфортнее будет. А ноги, любые латные сапожки, новичкам необходим дополнительный отхил. Какой-никакой отхил все-таки будет. Ну что ж, давайте разберемся по скиллам друидского посоха. Здесь все так же, как и на древесном, смотрите. Растущие шипы на кюшке, на вышке, семена ежевики и на ешке духовное зерно. Ну, в общем, это ешка стандартная друидского посоха. Здесь у нас факел, чтобы и дамажить с руки, и быстрее откатываться. Также можно взять туманный зов. Череп трофей брать не рекомендую, по мане будете откисать пипец. Ну и разница как-то в уроне особо незначительна, но так и так вы за счет факела откатываетесь нормально. А плащ тетф это для более быстрого урона. А по идее берем, собственно, сомика, опять же, чтобы быстрее отхиливаться между пачками. Конечно же, вот в последнем видеоролике мне некоторые писали бездари, то что лучше взять омлет. Я не спорю, да, с омлетом вы будете быстрее откатываться, больше дамажить, но также у вас будет и откисать мана, и все-таки отхил между пачками мобов, как по мне, важнее. Я же иду в сольники, а не в авапути. Я не знаю, зачем мне советуют еду типа для авапутей, ну, омлет, ну, даже вот... Ну, омлет, в общем, брать не рекомендую все-таки именно в сольнике. В Авалоне без базару можно и потратиться на омлет. А так берем сомика и вполне себе комфортно фармим. Что же сказать еще? Смотрите, как зарабатывать на соло данжах. Суть заключается в том, чтобы быстро их фармить. Для комфортной быстрой зачистки нужно хотя бы 1200 IP. Если вы будете одеваться ниже, конечно же, зарабатывать его на сольниках будете, но не так много, нежели вы будете одеваться 1200-1300 IP. Ясен фиг, вот чем IP больше, тем вы больше сольника заработаете за счет скорости зачистки. Вот, по билду я показал, по идее показал, по баночкам берем ядики. Ну что ж, братва, давайте сейчас куплю карту и покажу, как, собственно, защититься от дайверочков, как именно на этом билде вообще. Ну, также можете на других билдах, но там нужно будет брать свап. Сейчас я вам объясню, братва. Сейчас, Тетфорд Портал, покупаем билетик. Вот, пошла такая запись именно разговорная, да? Ну, надеюсь, людям нравятся такие разговорные моменты. Кому-то может нравиться, я за кадром голосом что-то объясняю. Давайте купим, наверное, 8-ю карту. Опять же, заметьте, я обычно, когда хожу в сольники, как я делаю? Я беру билд на свап, ПВПшный, и беру ПВЕшный, это друид. Сейчас же я покажу, как новичкам защищаться от дайверочков, если ко мне зайдут. Ну, если не зайдут, ничего страшного. Я думаю, в теории вы поймете, как это работает.
и расскажу, как на других билдах защищаться. Ну, вот этот вариант вот самый лучший именно для новичков. Вот этот сетапчик. Так, берем восьмую карту. Карта уровень 8. Так, а почему я выбрал трансфер? Давайте покупаем восьмую карту, 23 тысячи, вообще копеечная. Вот сейчас я вам покажу, как, собственно. Также можете взять сюда на свап банки здоровья, а на случай дайва. Также можете взять банку невидимости. Смотрите, с чем вам комфортнее. Также можете банку защиты, ну, в общем, смотрите по своему карману. А в айдному рестере выпало прям мне вот здесь. Собственно, возможно, мне сейчас задают и покажу, что делать в случае того, что вас задают. Во-первых, смотрите, я ставлю скиллы именно на этом сете на максимальный отхил. Прям максимальный отхил. Буду вот максимально тянуть время, чтобы выйти на улицу с щитком. Если ко мне зайдут, конечно же, драться в этом стапе я не буду. То есть, задайвили, я покажу вам, как, собственно, просто выжить. Замечательно, прям сольник у нас рядом с городом, возможно, меня сейчас будут давить. Я вам покажу, что, собственно, делать, как вести себя в данной ситуации и при этом не умирать. Так. Вот тут люди уже. Фрост. Ага, булава. И топор. Возможно, они меня сейчас пойдут давить. Блин, видите, айпишки у них дофига. Блин, я бы их убил на самом деле. Ну да ладно, сейчас, возможно, зайдут, будут меня чекать. Будут меня чекать, будут ждать по-любому, да? Ждут. Так, вот я захожу в сольник, сейчас ко мне ворвутся, скорее всего, эти три типа. Во-первых, сейчас они ко мне заходят, мне нужно максимально себя хилить. Вот, сейчас, смотрите, в течение 55 секунд мне желательно не выходить с этого сольник. Во-первых, засекаем таймер 90 секунд, возможно, они к нам не войдут. Но пока вот этот баб, вот этот вот щиток не закончится, на улицу лучше не выходить, потому что я выйду без щитка, и меня там зальют. А сейчас, если ко мне зайдут, ни в коем случае нельзя их бить с руки, вообще как-то домашний, иначе на выход я не выйду. Я вам сейчас покажу, если они пойдут меня давить, как вести себя в этой ситуации. Во-первых, нужно выйти на улицу, когда вот этот щиток закончится. Сейчас буду максимально тянуть время, если, конечно же, они ко мне зайдут. Главное просто их не дамажить. 260. А, смотрите, такой момент уже, если ко мне зайдут, видите, этот щиток закончился, теперь я могу спокойно выйти на улицу с щитком. Но что же нужно было делать, если бы они ко мне вошли? Смотрите, я бы, во-первых, бы просто себя отхиливал, вешал на себя 3 стака вот так вот, вот так подхиливал, ешку на себя кидал бы, просто вот подхиливал бы себя вот промежуточно. Конечно, в идеале бы, вот видите, прям отхил такой большой я ловил бы, и просто они бы мне ничего не сделали. Вот так бы тянул время, пока вот не откатился бы этот щиток. Этот щиток уже откатился, собственно, теперь я могу спокойно выйти. А еще забыл сказать момент, который упустил. Смотрите, когда вы заходите в сольник и нажимаете Escape выйти из игры, вам нужно засечь 90 секунд. То есть, когда происходит 210 секунда, тикает, вы можете спокойно фармить сольник, и к вам уже никто не зайдет. К сожалению, что-то меня давить не стали, пацки либо нашли другую цель, либо же просто им было лень. Но вот в теории я показал, как защищаться именно на этом сете. Смотрите, если вы идете на каком-либо другом сете, и вы не умеете драться, да, то есть пвпшиться вы боитесь, но вы сами видите, к вам может три чела просто забежать, смотрите. Берете на свап, во-первых, куртку убийцы, берете с собой банки инвизы, также тянете время. То есть, допустим, на боевом топоре у вас пвешный сет, да, допустим, колпак ученого, куртка лазутчика, там сапоги рыцаря, допустим, отхил. Как вы делаете на топоре? Вы берете на свап куртку убийцы, берете зельки, собственно, невидимости. И вот так вот инвизом время тянете. Сначала к вам заходят челики, вы там бьете паны, пьете баночку инвиза, собственно, тянете время, когда этот щиток откатится, потом куртку инвиза. В общем, всячески тяните время, при этом не бейте. Не бейте тех, кто к вам заходит. Я думаю, уже 90 секунд на самом деле давно прошло. Давайте сейчас проковыряем этот сольник. Вот смотрите по скиллам, собственно, вот так вот. Ядики ставим, сейчас сомика проедим. Восьмой соло-данж, посмотрим, сколько мы с ним вообще заработаем, поимеем с одного сольника. Также покажу вам прибыль с 10 соло-данжей, сколько я заработал. В общем, сольник, погнали. We'll be right back.
Йо, вы видели просто зеленый сундук 650 тысяч. Это уже не первый раз, дамы и господа, когда мне из зеленых сундуков падает такая прибыль. Так что ни в коем случае не пропускайте их. Вот на одном из своих стримов я проходил, мне из зеленого сундука выпал также миллион. Но вот то, что мне сейчас в этом стриме выпало, точнее в этом видеоролике выпадет, я учитывать ту статистику не буду. То есть я уже до этого пробил 10 сольников и там учел прибыль. Ну сами видите, это прям реально вообще... четкая прибыль 656 тысяч зеленого сундука. Собственно, я вообще считаю, это имба. Просто имба для соло данжа. Давай сейчас даже ускорение ради этого момента снял, чтобы просто вам Так, и то давайте подводим итоги. Пробил я 10 карт 8-0. Этого я заработал 2 ляма 700. Ну, считаю, для новичков неплохо, учитывая то, что это можно пробивать намного быстрее, чем я поменять сет. Я сет подберу, покажу видео сет идеально. Ну, скажу так, а учитывая то, что сейчас мобов бафнули, лучше все-таки брать именно друидский посох. Друидский посох, факел, также колпак чародея стоит. Сюда лучше мантию клирика взять, урон реально будет больше. Лазутчика сейчас опять же тоже понерфили. Ну и любые латные ботинки или ткани. Но все-таки я посоветую латные, потому что мобы реально очень больно бьют, а если быть в ткани, вам будет еще больнее. Так, очень мало. Ну, я говорю, опять же, учитывая, как это с такой скоростью это пробивать, ну... Ну, грубо говоря, в прошлый раз у меня был челлендж, я заработал где-то 4 ляма, но челлендж у меня был где-то месяц 3-4 назад. Может, посмотреть видеоролик, тоже я пробивал 10 пар, но этот видеоролик будет в комментариях.